Доброй ночи, друзья. Много кто написал, типа белая сидела на яйцах, пусть она и водит. Так и сделаю. Водить она долго их не будет. Я вам говорил, 3 недельки я выпущу во двор. Если она начнет яйцекладку, то они это... Она их бросит. Вот так. Уже вечереет и нужно... Не щипай. И нужно малышей уже пересадить. Нужно посчитать, сколько их. 2. Тихо. 4. 6. 8. Тихо, не кусайся. 10, 12, давай всех остальных, давай, 12, 14, 15, все, больше нету, 15, ну все, не кусайся, что тут ничего нету, и она не встает. Смотрите, какая утка. Вот так. Пошли. Это моя. Тихо, голову убери. О, это моя старенькая уточка. Несколько лет. Это из моих. И она одна. Все, все, идем. Млардиха себе тут сверху решила гнездо намастерить. Вот так. Я принес водички, корма. Сейчас, секундочку. Я полол только что в огороде. Я вам завтра смонтирую ролик. Уже темнеет. Я не успел. Вот так. Раз. Как и положено. Утки-защитницы нужно дрыстануть на весь этот, да? На. Вот так. Оп. На. Оп. Оп. Она сейчас где-то в уголку придумает гнездышко. Сейчас установить. Да. Все. Эй, ты что перевернулся? Давай, давай, давай. Оп. Оп. Видите, она, я сюда тоже подкладывал яйца, от большой утки, и 2 или 3 подкладывал, потом живое переложил сверху вниз, от снизу перекладывал раздавленное наверх, короче, я запутался, сколько я сюда добавлял. 3 или 4 яйца, короче, или 5 до 17. Ну вот из беленьких можно же думать, что от белых уток это то яйцо, которое она снесла, потому что ее тоже топтал белый селезень. Поэтому я не знаю, что с теми крупными утками. Много кто пишет, что нужно селена дать уткам. Несколько человек написало, как бы это правильно. Но я их пропаивал витамином на этом дворе. Я тут мало снимаю сейчас, потому что тут одни утки. Но при этом я вам часто показываю, что я пропаиваю птичку витаминами. И... Ой-ой-ой. Вот так. Купаться хочешь? Утяточек грей. Разберется. Давай, давай на то, что ты надрыстала, закладем. Ты дрыстунья. Вот так, чтобы утятки не вымазывались. Вот. Короче, вот так сейчас будет вот так вот гнездышки. Ну, они не будут сегодня ничего есть. Они сейчас будут в кучке. Как бы она их накроет. Сейчас успокоится, разберется все. И будет нормально. Вот так здесь поилочку. Возможно, она хочет пить, потому что утки не встают, когда... Да вообще вся птица, когда начинается вывод.
они не встают за гнезда. Ну и может хочет пить. Вот такая вот небольшая кормушечка. Им хватит. Вот так. Ну и поилочка пол-литровая. Вода утятам не кипячу. Дают чистенькую, обычную, вот из скважины. Ну и все. Ну а корм, тот, который для всех. Утиный, гусиный, для цыплят, для простяков. Ну вот так. Тут все 15 вроде с виду, не вроде, а с виду хорошенькие. Вот так. Иди пей водичку, иди. Будешь водичку? Я мешаю. Комары поналетали. Вот, видите, черненькие будут утки. Это те, которых я не люблю. Как бы, почему появляются черные? Потому что это моя утка, обычная беленькая. А топтал ее белый селезень из крупных уток. И вот скорее из-за этого там как-то скрестилось оно и получились черные утята. Потому что черных не должно быть. Ну и плюс коричневых уток тоже топтал белый селезень. Это как у меня, ну вот точно так же с гусями сейчас. И гусеньки мои, мамуты белые. И гусь у меня белый, но при этом гусята и серые получаются. Потому что если, ну как бы по одной линии или по одной породе, то должно быть как бы одного цвета, если скрещивать правильно. А тут как есть. Вот такие вот дела. 15 штучек. Уточка. Ты будешь их накрывать или нет? Опусти голову, хоть обрати на них внимание, потому что есть вероятность, что она сейчас, как я уйду, она будет стараться вылезти, уйти назад в гнездо. Утки часто так делают, они очень, ты что перевернулся, они очень привязаны к месту, и может, она себе придумать, что это не ее утята, потому что как бы в дикой природе утка должна сама вывести утят из гнезда, и тогда она понимает, что она уже ушла из гнезда. А тут, ну, я не говорю, что это будет так делать, но часто вот так утка старается от них убежать и вернуться к себе в гнездо. Но думаю, что будет нормально. Уже лето, чтобы не думали, что холодно. Ночью там плюс 10, и это утята с уткой, и тут небольшое количество. Она их всех накроет. И будет им тепло, да? Уточка. Кроликам нужно сейчас еще водички налить. Я там покосил тоже весь двор. Чуть-чуть не докосил, у меня закончился бензин. Уже не стал доливать, потому что вечер, но это не важно. Нужно будет сейчас и травы им принести, и водички налить. Вот так. Утятушки. Обращай на них внимание. Давайте вот так вас поставлю. И спрячусь. Это получается из 34 яиц 15 утят. Что пошло не так у коричневой утки, я не знаю. Скоро выведет еще одна утка, но гусят уже, и они тоже будут сидеть здесь, как бы я не буду их никуда тянуть на тот двор. Скорее всего, я уже из того двора принесу сюда и гусят, и утят, и они будут здесь по двору бегать. Сарай, конечно, они ходить не хотят, но не будут ходить, потому что и утки мои большие, никто никуда не ходит. А?
спрятались под клеткой, сели и сидят. Они все время так делали. Все года у меня. А они достаточно большие, целый день проводят на улице. Так что все будет нормально. А утка с гусятами будет сидеть как раз, сейчас вам покажу, как раз в той клетке, вон стоит клетка, вот, ну вот вы видите, да? В той клетке как раз у меня есть ролик на канале, там почти 1 000 000 просмотров, я вам ссылку сброшу. Как раз я вот начал снимать, и в той клетке была утка и с утятами, и с гусятами, то есть водила утка и утята, гусят, все со всеми нормальненько справлялась. Так что, вот так. Водички хочешь? Давай тебе подставлю. Давай подставлю водички ближе. Давай. На, будешь водичку? А ну. Попробуй водичку. Пушистики маленькие. Вот эти мои беленькие, беспородные, ну как беспородные, не линейные, как вот говорят, французская линия, немецкая линия. Вот эти мои уточки, они были самые лучшие. То есть их было много, они отлично сидели, отлично водили. Я никогда не переживал за утят, они все хорошо прям справлялись с ними. Ну и вот пример. И вот коричневые утки, которых я тоже новые купил. Тоже все было хорошо до вот этого момента. Вот, как бы, вот эта уточка, от которой то яйцо, что не вывелось. Ну, что можно сказать? Хотите сказать, что она какая-то нездоровая или еще что-то? Почему от коричневых хорошо все вывелось? От одной, второй, третьей, от пятой. А вот от белой, притом не сидела не она, а другая утка. Что пошло не так? Я не знаю. Вот так. На пушистом сене будет все хорошо. Пей водичку. Пей водичку. И еще на улице тут мошкары будет много. Ее вот сейчас много. А утята это любят. Буквально день-два, и они начнут охотиться на эту мошкару. Тараканчики маленькие. Это сколько? 4? 4 черных, 4 белых, да? Остальные коричневые. И тут вот проволока. Зайцы порвали. Нужно намотать новую, потому что индоутята вот пролезут вот в такое сечение, они спокойненько вылезут. А индоутята такие странные молодежь, что даже хоть и сидят с уткой, будет им интересно куда-то вылезти. Поэтому нужно будет завтра замотать. Вот так. Ладно, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Что вывелось? То вывелось. Получается, у меня там 22 утенка, 21 гуляет и один слепой, 22, и тут 15, это 37. Это очень много. Можно этих продать будет, если найдется покупатель. Да, ну как бы это мои утята. Я хотел себе больших оставить, но пока у меня больших нету. Ну, они есть, но они там есть в том выводке, который у меня уже большой, но что-то они такие большие, что ничего в них побольше нету. Обычные. Ну, может, они вырастут покрупнее. Посмотрим. Ладно, друзья, всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Отставлю, чтобы вдруг они не начали купаться. Вот так все. Всем пока.